Сотрудников службы безопасности Одесского порта хотят уволить. Лишиться своих рабочих мест могут около сотни человек. У здания администрации порта прошел пикет. Главное требование протестующих – не давать расформировать ведомственные отряды охраны в Одесском, Южном и Черноморском портах и не допустить на предприятие частников. Трое работников охраны порта направились в администрацию, чтобы предъявить свои требования. Остальных митингующих и представителей СМИ вовнутрь не пустили. Добавлю также, что получить официальные комментарии руководства предприятия нам не удалось. Те требования по поводу отмены тендера, значит, они пока на своем. Значит, мы оставили за собой право, значит, подать в суд. Те документы, которые необходимы от них для подачи нам в судебные органы, они сегодня будут переданы нам. Они согласились, да, они идут навстречу.